Самаре сегодня эвакуировали 150 посетителей торгово-развлекательного центра на 18-м километре Московского шоссе. Около 10 утра произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС. Накануне поздно вечером произошло серьезное ДТП на улице Старозагора в районе парка Воронежские озера. ВАЗовская легковушка под управлением 19-летнего парня вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. Госпитализировали водителя «Лады», 20-летнюю пассажирку, а также 12-летнего пассажира иномарки. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. В Самаре впервые прошел областной ифтар – традиционный вечерний прием пищи во время Рамадана у мусульман. На стадионе «Самара-Арена» собрались гости разных конфессий. Для них приготовили угощение – национальную выпечку, сладости, фрукты. Праздник призван объединить общество и поддержать идеи единства культур и обычаев. Подробности в программе «События» на телеканале «Самара-ГИС». В Самарской области в этом году планируется довести газ до 2000 домов и газифицировать еще 20 сел и деревень. Уровень газификации области на данный момент превышает 94%, что значительно выше средних показателей по России. Общая протяженность сетей газораспределения составляет почти 28 тысяч километров. Действующий президент России Владимир Путин, по данным ЦИК, стал лидером на выборах за рубежом. Он набрал 72,3% голосов. Николай Харитонов получил 2,22% голосов. Леонид Слуцкий – 1,97% голосов. Владислав Дованков – 16,65% голосов. По данным МИД, в других странах проголосовали более 383 тысяч россиян. Школьники в этом году смогут использовать содержание фильмов, аниме, компьютерных игр и приводить факты из собственной жизни в качестве примера на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В регламенте прошлого года не раскрывалось, какие источники допустимо брать за основу сочинения. У работодателей стало меньше предубеждений к кандидатам пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис по поиску работы. В этом году 44% предприятий трудоустраивают пенсионеров на общих основаниях. В прошлом году было 40%. В основном россиянам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, а также продавцов и кладовщиков.